Еще раз, друзья, здравствуйте. У нас будет лекция «Философская система Фридриха Ницше», называется лекция. Такс. Эту лекцию я в данный момент буду записывать. То есть записывание ведется отдельно, и поэтому, друзья, учтите, на ваши вопросы я буду отвечать только по теме данной лекции, либо после лекции. Вот так вот. Вот так вот. Сильно, сильно прерываться я, в общем, не хотел бы. Потому что лекция довольно большая, целостная и должна войти в отдельный хайлайт. Приветствую вас всех, друзья, приветствую Ивана, приветствую музопоклонника. Еще раз всем большой-большой привет. Так вот, философская система Фридриха Ницше. Нередко Ницше, вот он родился в 1844 году и умер в 1900 году, да, называют несистемным философом, что чаще всего связано с тем, что его взгляды излагаются посредством афоризмов. Афористичная форма не позволяет выводить одно из другого и, как следствие, видеть во взглядах Ницше единую систему. Также важно понимать, что работы Ницше, написанные в разные годы, могут не отражать его поздние взгляды. Не следует не забывать, что Ницше – это мыслитель в становлении, чьи позиции могли со временем меняться. Это обуславливает ряд противоречий в афоризмах Ницше разных времен, соответственно. Очень важно вот все это понимать. Более того, заранее отмечу, что сам Ницше выступал против системной философии и, в принципе, отрицал это самое стремление к системной философии. И при этом это мне не мешает попытаться сейчас для вас представить Ницше как системного философа, который разрабатывал разные области философии непосредственно, который разрабатывал очень-очень-очень много разных вещей, и по сути эти вещи друг с другом связаны, тесно при этом. Как назвать вот эту тесную связь разнородных областей философии, кроме как системностью, я не знаю. Поэтому для меня Ницше в данном случае выступает системным философом, и на протяжении этой лекции я попытаюсь вам не просто это доказать, но и рассказать про философию Фридриха Ницше. Важно отметить, что Ницше в сущности своей является иррационалистом, то есть критиком всей предыдущей философии от Декарта до Маркса и своих современников. Он критиковал даже дарвинистов. Иррационализм Ницше – важная часть системы его воззрений, в отличие от известного иррационалиста Шопенгауэра, который писал довольно понятно, просто, последовательно и аргументированно, Ницше, собственно, превращает свой стиль письма в иррациональный, с трудом ухватываемый, спорадический, довольно-таки прозаический в этом смысле, и довольно-таки интересный. И это не означает, что у Фридриха не было никакой системы. Речь следует вести об ином, речь следует вести о системах иррационального характера, радикально отличающихся от систем рационалистической философии, кульминацией для которых являлась система Гегеля. То есть, когда речь идет о какой-то системной философии, для нас кульминацией является, Гегель, великий-великий Гегель, да, соответственно, все хотят видеть под системной философией вот что-то, что-то похожее на то, что было у Гегеля, соответственно. О, и все будут тогда думать, да, действительно. Действительно системная философия. Ницше во многом занимает нишу подлинного антигегельянца, продолжая критику Георга Вильгельма Фридриха вслед за Шопенгауэром и во многом возвращаясь к тем темам, которыми апеллировал Штирнер. О последнем, к слову, Ницше даже не упоминает в своих произведениях, поэтому, скорее всего, есть предположение, что Ницше и Штирнер никак друг с другом не связаны. То есть их идеи в некотором их созвучии и тем более в их разноголосии, соответственно, пересекаются случайно, если они пересекаются. Вот. Ницше — это очень сложный для изучения автор. Во многом благодаря этой самой его афористичной простоте. А с другой стороны, его творчество трактуется многими с разных сторон, ибо оно позволяет это делать. Кстати, Ницше, наверное, одна из самых больших жертв вот этой вот самой герменевтики, о которой я постоянно говорю, около христианской герменевтики, да? Герменевтики, разрабатываемой, Гадамером каким-нибудь, то есть бесконечностью этих трактовок, Ницше реально становится жертвой этого подхода. Просто ввиду того, что у Ницше, во-первых, не все однозначно и понятно, у него есть противоречащие друг другу высказывания. Если вы хотите
сказать, там, Ницше думал то-то и то-то, вы с большой вероятностью еще наткнетесь на какую-то противоположную мысль в другом каком-нибудь сборнике его текстов, и противоположный афоризм, короче, два противоположных афоризма Ницше вы можете приводить в качестве аргумента вот по поводу того, что же на самом деле думал Ницше. Неоднозначно. Довольно трудно. Довольно противоречиво. Вот что можно сказать в данном случае Ницше. О Ницше, его стиле написания и вообще о всей его работе, всей его жизни. Хотя эти противоречия наблюдаются не по всем вопросам. Потому что есть определенные вопросы, по которым Ницше показывает нам завидную, в общем-то, постоянность. Постоянство, завидное постоянство, в общем-то, выражает. Это основные темы его как раз философии, которые друг с другом и связаны. Давайте обратим сначала внимание на библиографию Ницше. Вот она. Все начинается с рождения трагедии или эллинства и пессимизм. Все тексты по очереди мы, кстати, будем разбирать ниже, поэтому никаких слов по большей части здесь не будет. Ну, то есть от меня мало комментариев будет. Потом несвоевременные размышления, и среди этих несвоевременных размышлений у нас есть непосредственно Давид Штраус в роли исповедника и писателя, о пользе и вреде истории для жизни, Шопенгауэр как воспитатель, и Рихард Вагнер и Барейте. Больше всего из вот этих вот текстов нас интересует книжка «О пользе и вреде истории для жизни». Она просто еще не раз... Идеи из этой книги еще не раз всплывут в творчестве Фридриха Ницше непосредственно. А все остальные книжки, ну, как бы вам сказать. Вот, например, Шопенгауэр как воспитатель и Рихард Вагнер. Вроде бы в этих книжках Ницше еще позитивно к ним относится. Вот уже вот на уровне эссе Homo, один, вот видите, вот последний текст Ницше, написанный в 1888 году. Там все уже очень плохо по отношению к Шопенгауэру, там уже очень плохо по отношению к Вагнеру, то есть позиция изменилась, эти тексты для нас не актуальны в принципе. Наиболее, наверное, такой вот мощный текст Ницше, написанный именно им самим, «Человеческая, слишком человеческая книга для свободных умов», вообще-то. Для свободных умов. Как Ницше относился, как поздний Ницше относился к Шопенгауэру, крайне критически, но он во многом превзошел, ну, в общем-то, превзошел его, по его же мнению, получается. Вот. Человеческое слишком человеческое. Очень много произведений. Очень мощное произведение в этом смысле. Очень большое, очень массовое. Наверное, из самых мощных и массовых произведений Ницше можно выделить несколько. Это прежде всего «Человеческая, слишком человеческая книга для свободных умов». Может быть, так говорил Заратустра, книга для всех и ни для кого. «По ту сторону добра и зла, прелюдия к философии будущего». Ну и, наверное, следующий очень мощный текст — это «Воля к власти». Ну, «Волю к власти» мы тоже обсудим чуть-чуть позже. Что там с чем, какие там проблемы, в общем-то, были. Давайте по порядку дальше. После текста «Человеческая, слишком человеческая книга для свободных умов» Ницше пишет другой текст. «Утренняя заря» или «Мысли о моральных предрассудках». Следующий текст «Веселая наука», довольно интересный тоже, соответственно, текст. Потом идет одна из самых знаменитых книжек в библиографии Ницше. «Так говорил Заратустра». Книга для всех и не для кого. Да. Потом «По ту сторону добра и зла. Прелюдия к философии будущего». Кстати, две топовые книжки от Ницше подряд. А вот они подряд выходят непосредственно. И это, по-моему, довольно-таки тоже интересно. А потом идут менее интересные работы «Генеалогии морали», полемическое сочинение «Казус Вагнер», тоже, ну, не очень интересное сочинение Ницше, «Сумерки идолов» или «Как философствует молотом», «Антихрист», «Проклятие христианства». Ну и самый, наверное, неинтересный текст Ницше — это «Эссе Homo», «Как становится самим собой», где Ницше непосредственно большую часть книги... себя, в общем-то, нахваливает, и в этом смысле, как бы, эта книга, наверное, одна из наименее интересных у Фридриха Ницше. Да-да-да, действительно, генетический детерминизм, правда, пишет, «По ту сторону добра и зла дораскрывают мысли Заратустры». Но я вам больше того скажу. Здесь все книжки дораскрывают идеи друг друга, начиная от рождения трагедии, эллинства и пессимизм, о пользе, вреде истории для жизни, и все вот эти книжки, все вообще, все без исключения, даже «Воля к власти», они тесно друг с другом связаны. Как ни странно.
как ни странно. И это все очень важно, на мой взгляд. Это, на мой взгляд, очень важно, чтобы показать, насколько у Ниши на самом деле была, с учетом его рационалистической направленности, последовательная на самом деле мысль. Довольно-таки последовательная. Ну, Эссе Хоумо, наверное, как бы... Давайте забудем о том, что Ницше написал Эссе Хоумо. Все остальное, в принципе, довольно интересно. Так вот, краткий обзор идеи изложены... Краткий обзор. Идеи, изложенные в «Рождении трагедии», предваряют философские исследования Ницше, но в целом нас больше интересуют его работы, начиная с книги «Человеческое, слишком человеческое». Вот отсюда начинается как бы уже фундамент. Вот самое мощное, самое важное, уже в более-менее понятных терминах. Еще вроде бы «Человеческое, слишком человеческое», там очень редко употребляется слово «сверхчеловек», но есть уже намеки на грядущего сверхчеловека, понимаете? И вот эта тема разбора человеческого, она очень важна в творчестве Ницше и остается очень важным вплоть до воли к власти. Это действительно тоже очень важная тема. Потому что на противоположности, ну, на противопоставлении человеческого и сверхчеловеческого и появляется сверхчеловек. И мы это обсудим, что за сверхчеловек. Соответственно, да? Так вот, начиная с человеческое, слишком человеческое, ибо там начинают проявляться те знаменитые концепты, которыми пронизано все позднее творчество Ницше. Да, в «Рождении трагедии» мы не сталкиваемся с большинством удобных для нас терминов, которые позволяют трактовать философию Ницше, но уже там намечаются основные траектории его исследования, потому нам крайне важно начать именно с этой работы. Аполлонийская и Дионисийская. Непосредственно отсылает нас к тексту «Рождение трагедии», 1872 год. Автор данного текста Александра Перепечина. Это не моя тема, Аполлонийская и Дионисийская. Я не решился здесь от себя, в общем-то, рассказывать. И поэтому я взял работу человека, который именно этим аспектом философии Ницше занимался больше, лучше. Ну, поехали. Так вот, согласно Ницше, все в этом мире имеет двойственную природу. Согласно раннему Ницше, опять же с оговоркой, согласно раннему Ницше, все в этом мире имеет двойственную природу. Этот самый ранний Ницше, да, вот он представлен нам в тексте «Рождение трагедии». А появлением двойственности может служить наличие добра и зла как антиномичных категорий бытия, которые есть в мире только при условии одновременного присутствия друг и возле друга. Кстати, давайте еще кое-что заметим. Потом... В тексте «По ту сторону добра и зла» Ницше по большей части будет отказываться от этого противопоставления, то есть не все окажется двойственным, условно говоря. Двойственность будет условно, но ранний Ницше, он за двойственность, он за фундаментальную двойственность в культуре, как минимум на разделение на аполлонийскую и дионисийскую культуру на два начала. Так вот, подобным образом вся культура древних греков имела в своем составе аполлонийские и дионисийские корни, которые способствовали ее развитию. Аполлон, бог солнечного света и земледелия, творящий образами, символизирующий полное чувство меры и самоограничения. Да, кстати, еще и покровитель муз, как бы, основатель многих искусств. Очень упорядоченный бог, в этом смысле. И порядочный, и упорядоченный, добрый, светлый, хороший, замечательный, да еще и герой, как бы. Он еще и герой огромного количества мифов, то есть такой, знаете, позитивный, солярный герой, который существует в мире абсолютного, тотального порядка. Вот, Цунада, сейчас все будет объяснено. В силу первоначального значения Аполлона как солнечного бога, главным требованием аполлонийской религии стало требование чистоты. А богу ненавистно все пятнающее человека, всякое скверно. И если вначале очиститься от скверны можно было обрядами, то в 4 веке до нашей эры, видимо, одержала победу идея нравственного очищения или нет, или это просто в 4 веке. Кстати, я вот здесь не понял, это, видимо, просто в 4 веке, как ни странно. А Дионис, в противоположность Аполлону, есть божество, которое наиболее ассоциируется с живой частью души человека. Данный культ проник из страны бурных страстей, Фракии, характерный чертой этого культа было исступление, достигаемое с помощью громкой музыки, тимпанов, кимвалов, флейт и оргиастической пляски. Так вот, относительно того, насколько данный персонаж противоположен нашему замечательному
Аполлону, да, Дионис. С другой стороны, Дионис. У нас есть Аполлон. Порядочный, солнечный, замечательный, хороший, добрый, классный, в общем, да? И с другой стороны, Дионис. Любитель алкоголя, наркотических веществ, оргии, между прочим, оргии, да, вакханки, там оргии, вот эти вот все кровавые там пиры, что угодно, безумие, хаос, просто вот так, да. Ален пишет: Дионис опьянение, Аполлон сон. Да, можно и так попробовать выразиться. А, но в этом смысле, действительно, когда мы смотрим, например, какое-нибудь великое произведение искусства, например, «Зеленый слоник», например, «Зеленый слоник», «Зеленый слоник» в сущности своей — это произведение искусства Диониса. Это как бы безумный Дионис создает какую-то великую картину, в которой происходит нечто ужасное. Кибелу у Ницше не было, ее как бы Дугин придумал. Кибелу как бы, я не знаю, кто ее, кстати, придумал, может быть, Дугин. Вроде бы Дугин. Вот. Соответственно, да. У нас две противоположности. Порядок и хаос. Чистый разум, рассудок, все упорядочено, как бы логика, все четко, все хорошо, все отлично, все замечательно, все как бы все склеено, космос, космос. И с другой стороны, алкоголь, наркотики, оргии, хаос, беспорядок, ничто ни с чем не связано, не знаю, вместо спокойного такого состояния у нас экстаз, экстаз, и мы просто такие вух, в пляску бросаемся с дионисийским началом. Вот две противоположности, которые выдвинул Ницше, и эти две противоположности по Ницше, раннему Ницше, лежат в фундаменте именно, ну, как минимум, греческой культуры. Вот. Вот, кстати, с этого и начинается непосредственно философствование Ницше, потому что понятное дело, что Ницше-то на стороне Диониса, иррационального, а на стороне, в общем, вот этого хаоса Ницше, понимаете? И вот этот вот хаос мы его можем ухватить во всей философии Ницше, непосредственно. А аполлонийское начало — это то, которому Ницше сопротивляется. Поэтому эта тема аполлонийского и дионисийского начала, она хоть и потом затрется в последующих текстах Ницше, На самом деле, вся философия Ницше так или иначе будет происходить внутри вот этого вот двойного разграничения. То есть, на самом деле, мысли Ницше, они развивались в русле первого его текста. Как ни странно. Так вот, дионисийское начало, антиномичное по своей природе, пишет профессор Иванов, может быть многообразно описываемо и формально определяемо, но вполне раскрывается только в переживании. Напрасно было бы искать его постижение, исследуя, что образует его живой состав. Дионис приемлет и вместе с тем отрицает всякий предикат. И в его понятии а-не-а, в его культе жертва и жрец объединяются как тождество. Одно дионисийское как являет внутреннему опыту его сущность, несводимую к словесному истолкованию. Как существо красоты и поэзии. Дионисийское начало, как эстетическую категорию, Ницше использует затем в более широком смысле и обозначает им жизнь в целом. То есть, понимаете, да, когда мы говорим о дионисийском начале, это во многом культурология, эстетика и вот такие вот смежные вещи, соответственно, да? Паум. И потом вся философия Ницше как бы идет в сторону дионисийского начала и в теории познания, и в методе. И в онтологии, по сути, потому что воля к власти, вообще воля, это неразумный принцип. Многие греки считали, что миром управляет логос, нус, да там что угодно. Ой, очень что-то крутое, разумное, там сверхбог какой-то, да, очень разумный, короче, очень разумное существо управляет всем миром, считали греки, да? Аполлонийское что-то, получается. В сущности, аполлонийское. Ницше пытается смотреть с другой стороны, и он видит наоборот, миром управляет хаос, беспорядок, и это и есть, собственно, сама жизнь. Вот, так вот, это и он обозначает им жизнь в целом, которая с этих пор становится для него важнейшей категорией. Понятие «жизнь» наделяется неясными расплывчатыми признаками и наполняется мифическим содержанием. Сам Ницше характеризует дионисийскую часть... как способность жизни превосходить саму себя, развиваться по законам своей собственной силы и приписывает ей особую жесткость, антидемократизм,
тяготение ко всему хаотическому, смертоносному. Дионисийское состояние — это такое состояние, в котором страсти и инстинкты находят свободный выход, не сдерживаемый никакими внешними преградами. В этом смысле понятие дионисийское у Ницше противопоставляется сократовскому. Сократовскому, вот видите, сократовскому, очень важно. Под которым прежде всего понимается логичность и рассудочность. И подразумевается нечто подобное загону, где томятся инстинкты. Так, тут был вопрос от Цунады, давайте ответим после этой арки. Хороший вопрос был. Христианство тоже аполлонийское? Христианство по преимуществу оказывается аполлонийским, хотя в нем есть черты, скорее всего, дионисийского. То есть... Да, да. Но Ницше скорее трактует его как аполлонийское, потому что это враг. Как бы, это как бы враг Ницше. Против жизни выступает. Если дионисийское оказывается жизнью, то есть мы живем в хаосе, и мы сами есть по сути хаос, да, то христианство, оно наоборот выступает против жизни. Христианство по Ницше выступает за страдания. Оно как бы нас... Оно делает жизнь хуже непосредственно по Ницше. И все, в общем-то, так неоднозначно. Все, в общем-то, так неоднозначно получается, неприятно. И поэтому, ну, вот, конечно, христианство скорее более к аполлонийскому началу отходит, если так подумать. Но тут понимаете, в чем дело. Ницше. В последних текстах, ну, короче, после текста «Рождение трагедии» или «Эллинство и пессимизм», Ницше, в принципе, отходит от терминологии аполлонийское и дионисийское. Вот это важный момент в данном случае. Поэтому распространять вот это вот деление на дионисийское и аполлонийское во всех остальных областях мы в чистом виде не можем. Но при этом мы интуитивно понимаем, что в принципе Ницше был на стороне дионисийского начала как минимум в эстетике. И потом многие вещи, которые произносятся о дионисийском начале, мы имеем полное право относить, во-первых, к теории Ницше сверхчеловека. Ну, то есть сверхчеловек — это, ну... Дионис. На самом деле, это, по большей части, это прообраз Диониса. Это дионисийский человек. Это человек, погруженный в жизнь, по сути. Это и есть вот эта самая жизнь. Это самое яркое и открытое ее воплощение. Вот. По-моему, в этом смысле, все не так однозначно относительно христианства. Но все это в итоге будет связано в единый такой вот ницшеанский пучок. Движемся дальше. Очень важный текст. О вреде и вреде и вреде истории. 1874 год. На самом деле текст называется «О пользе и вреде истории для жизни», соответственно, да? Но я назвал главу таким образом. «О вреде, вреде и вреде истории». 1874 год. И приведем здесь цитату. «Мне, во всяком случае, ненавистно все, что только поучает меня, не расширяя и непосредственно не оживляя моей деятельности». Гёте. Это цитата Гёте, которая как раз и используется в работе Ницше «О пользе и вреде истории для жизни». Вот, поехали. Такс. В работе «О пользе и вреде истории для жизни» Ницше развивает идею о том, что человеку нужна история, но для жизни и деятельности, а не для уклонения от нее. Но в то же время история может обернуться и против самой жизни, явиться причиной ее угасания и гибели. Главное положение Ницше – это отрицание истории как абсурда. Нет прошлого как застывшего, ставшего, превратившегося в историю, как простого перечисления событий во времени. Для такого понимания по Ницше, истинного понимания истории, необходимо, во-первых, чувствовать неисторически. Неисторически живет животное, оно полностью растворяется в настоящем. Играм ребенка свойственно также неисторическое чувство, как способность к забвению, попытка сотворить новое, не зная и не смотря на авторитеты прошлого. По мысли философа, кстати, вот эта вот часть Ницше, философия Ницше, вообще философия забвения мне вообще очень свойственна в целом. У меня эстетика отсюда и вырастает во многом. Так вот, по мысли философа, для счастья существует только одно условие, которое делает счастье счастьем – способность забвения или способность в течение того времени, пока длится это счастье, чувствовать неисторически. Полностью лишенный такой способности забывать человек теряет веру в свое собственное бытие, в себя самого. Отсюда Ницше делает вывод, что жить почти без воспоминаний –
Возможно, но совершенно немыслимо жить без возможности забвения вообще. Иначе гипертрофированная степень развития исторического чувства приведет к ущербу для всего живого и к его гибели. Вот это копированный, кстати, текст, это не я, это текст не моего сочинения, это со сайта Philosophy Run. Вы, в принципе, понимаете, о чем речь, текст написан хорошо, понятно, я его поэтому сюда в качестве цитаты и привел, все там правильно. Теперь мой текст. Отсюда и берет начало мои идеи, изложенные в книге «Забыть всех», в которой я развернул полноценный проект философии забвения. Следует также отметить, что и сам Ницше нередко будет возвращаться к теме забвения. Он будет рассуждать о том, что нужно отпустить все отягчающее. В последующих своих книгах принцип, заложенный в работе о пользе и вреде истории для жизни, проследует с Ницше до самого конца его философствования, ибо мудрость не в том, чтобы удерживать в себе тяжести. Мудрость в том, чтобы отпускать от себя все отягчающее и мешающее полету. Условно говоря, я бы здесь еще добавил от себя анализ, ну, от себя, но от Башляра при этом, как бы, да, через Башляра. Сейчас попробую дать еще трактовку Башляра. Башляр, который трактует Ницше как философ воздуха, да, напоминаю, Башляр, стихийная философия, философия воображения, он разбирал разных философов и поэтов по стихиям. Ницше он относит к воздуху, потому что Ницше тяготеет к полету, к устремлению вверх, к превосхождению, соответственно. Ницше любит рыбачить на горных высях, у него даже афоризм есть, посвященный рыбачеству на горных высях. У него есть афоризм, посвященный дереву, и дерево должно вырасти как можно выше, соответственно, великое дерево Ницше знаменитое, о котором мы, кстати, тоже ниже немного поговорим. И вот этот вот принцип освобождения, брось все тяжкое в море, в общем. У него даже тоже, у него есть афоризм, у Ницше посвященный, вот возьми и брось все, что тебя отягчает, в море, в пучину водную, кинь его туда, избавься от него, оставь. Это тебе не нужно, как бы, оставь, и тогда ты сможешь взлететь за мной, за Ницше, можешь улететь куда-нибудь ввысь и биться, короче, в небесный купол, пытаясь его пробить, наконец-то. Так, переходим к следующему тексту. «Сверхчеловеческое». «Слишком сверхчеловеческое» называется глава, 1878 год. Отсылка на книжку «Человеческое, слишком человеческое». Давайте зачитаем цитату Ницше непосредственно так. «Однажды, когда мне это было нужно, я изобрел для себя свободные умы», которым посвящена эта меланхолично смелая книга под названием «Человеческое, слишком человеческое». Таких свободных умов нет и не было. Но, повторяю, общение с ними было мне нужно тогда, чтобы сохранить хорошее настроение среди худого устроения, болезни, одиночества, чужбины, асцедия, бездеятельности. Они были мне нужны, как бравые товарищи и призраки, с которыми болтаешь и смеешься, когда... Так, кстати, слово «призраки» я выделю и потом поясню. С которыми болтаешь и смеешься, когда есть охота болтать и смеяться. Есть охота болтать и смеяться, и которых посылаешь к черту, когда они становятся скучными. Как возмещение недостающих друзей. Что такие свободные умы могли бы существовать, что наша Европа будет иметь среди своих сыновей завтрашнего и послезавтрашнего дня таких великих и дерзких ребят воплоти и осязательно, а не как в моем случае в качестве схемы и отшельнической игры в тени. В этом я менее всего хотел бы сомневаться. Я уже вижу, как они идут медленно. И, может быть, я содействую ускорению их прихода, описывая наперед, в чем я вижу условия и пути их прихода. Вот. Слово «призраки», кстати, заметьте. Ницше, в отличие от Штирнера, у нас была лекция по Штирнеру, вы, наверное, помните, одно из главных понятий у Штирнера – это спук, спуки, призраки. Призраки. И призраков делать нельзя. Призраков делать нельзя, призраки портят нашу жизнь, призраки – это а-та-та. Никогда, ни в коем случае призраков не делайте, да? Ницше, наоборот, показывает нам такое философствование, в котором создание призраков допустимо. И более того, желательно. Мы создаем призраки, да? Ницше признается в данном афоризме, в книжке, в предисловии книжки «Человеческое, слишком человеческое», в том, что он создает призраков. Что радикально отличает его от Штирнера. Прям радикальнейшим образом дает ему просто колоссальнейшее отличие. И это, ну вот, два иррационалиста, которые в теме обсуждения вот этой вот призрачной вот призракологии, как это потом назовет Дорида вроде бы, да, призракологии, соответственно.
Вот, они пошли по разным абсолютно путям, что, на мой взгляд, тоже крайне интересно. Теперь давайте обсудим книжку «Человеческое слишком человеческое». В данной книге мы явно встречаемся с основным делением, которое не единожды будет вспоминаться Ницше. Речь идет о делении на людей и сверхлюдей. Прежде всего, Ницше в этой работе делает упор на «человеческое». Собственно, критикуя разные его проявления. Концепт сверхчеловека будет описан несколько позже, но уже в данной работе мы встречаемся с критическим обзором различных человеческих смертных свойств, которые делают бытие человека, особенно человека низкого, жалким, да? В противоположность этому человеческому, вероятно, вслед за критикуемым Ницше просвещением, немецкий философ использует понятие «свободные умы» неожиданно, да? Эти самые свободные умы – предтечи грядущего сверхчеловека. Здесь еще очень мало слов там «сверхчеловек», там вот что такое «сверхчеловеческое». И упоминаются они нередко даже в негативном ключе. То есть я действительно просмотрел всю книжку на содержание слова «сверхчеловек», их там очень мало. И они все равно, эти свободные умы, это предтечи сверхчеловека. Да, свободные умы тесно связаны с дионисийским началом, если внимательно разобраться с его характеристиками. То есть само воплощение в себе хаотического... дионисийского, это в большей степени воплощение этого самого свободного ума. Заметим еще раз, термин «свободные умы» был выбран Ницше, на мой взгляд, крайне неудачно, потому что это в сущности калька со свободомыслящих из эпохи Возрождения, которых Ницше критиковал, а саму эпоху Просвещения со всеми ее революциями считал чем-то невероятно отвратительным и вредным, что и неудивительно. Ну, потому что, давайте вспомним, давайте по просвещению чуть-чуть пройдемся. Как там, свобода, равенство, братство, да, соответственно. Свобода, христианский термин, критика. Ницше критикует, критика. Равенство, Ницше критикует, люди не равны, есть сверхлюди, есть низшие люди, есть аристократы, есть быдло, в общем, все понятно, да. Братство, тем более. Все. Все, в общем-то, основные концепты просвещения Ницше критикует, включая любовь, дичайшую любовь к науке. И поэтому, знаете, вот здесь еще, когда речь идет о свободных умах, и когда люди перескакивают, перескакивают непосредственно вот эту тему, когда говорят, да, философию Ницше, то есть мы редко встречаем вообще само понятие «свободные умы», когда кто-то пересказывает философию Ницше. По-моему, это правильно. Свободные умы, в кавычках, да, и Ницше тоже употребляет слово «свободные умы», в кавычках, это концепция, которая предшествует его сверхчеловеку, вот буквально, вот свободные умы, это уже без нескольких там, без двух, без трех шагов сверхлюди. Такс. Цунаде, вы очень правильно понимаете, Ницше крайне негативно относился к Великой Французской революции, критиковал в том числе марксизм, критиковал революционеров, которые действуют с позиции вот таких вот, знаете, народа, пролетариата, рабочего, обычного немецкого даже рабочего. То есть вы должны понимать, да, во-первых, Ницше не националист, во-вторых, он критик германского народа, и в-третьих, он плюс еще и критиковал всякого рода революции, вообще всех социалистов, все социалисты его не устраивали, и в этом смысле, ну вот, судите сами. Судите сами, что такое Ницше. Цитата из Ницше. «Хорошая суть каста. Дурные масса, подобная пыли. Добро и зло означают в течение известного времени то же, что знатность и ничтожность, господин и раб». Напротив. «Врага не считают дурным. Он способен к возмездию». «Троянцы и греки у Гомера одинаково хороши. Не тот, кто причиняет нам вред, а только тот, кто возбуждает презрение, считается дурным». Цитата из Ницше, вроде бы человеческое слишком человеческое, да. Ницше продолжает мысли о благородстве, разделяя людей на условные уровни, среди которых есть слабые и сильные, среди которых есть дурные и величественные. Хорошо быть благородным, хорошо родиться в благом семействе, хорошо продолжать его традиции, которые делали это семейство сильнее других. Плохо быть дурным, жалким, слабым и беспомощным. Притом речь идет не о физическом развитии, а о силе духа, ума, воли.
Это в том числе относится к грядущему сверхчеловеку. Еще одной смысловой парой для Ницше становится понятие здорового с одной стороны и упадочного. Здоровое – это то, к чему стремятся свободные умы, сверхлюди там и все прочие, в общем-то, в итоге, да? И, безусловно, сверхчеловек – это тот, кто духовно здоров. Это то существо, условно скажем, которое является куда более здоровым, чем современный человек со всеми его недостатками, со всеми его пошлыми и низкими интересами, со всеми его бессмысленными материальными занятиями, которые не имеют никакого особо, ну, толк, соответственно. Ну, то есть жизнь без цели у них, вот у этих людей, совершенно бесцельная, совершенно беспомощная, совершенно ненужная. А, вот. Упадочное же нередко выражающееся в терминах декаданс, у Ницше очень много это слово вот используется, декаданс, да? Декаданс, собственно, и означает упадок. Это то, что не свойственно свободному уму. Упадочным оказывается, опять же, неблагородное, плебейское, массовое, слабое, отрицающее, в общем-то, волю к власти, не стремящееся вот к этой власти. Например, Ницше критикует Сократа не только за его довольно пошлый и невозвышенный метод диалектики, хотя и за это тоже. И именно вот эти слова, пошлые и невозвышенные, мы у Ницше тоже можем обнаружить непосредственно, да? Но и за его родословную, прежде всего. Понимаете, в чем дело? Если Шопенгауэр критикует, например, Гегеля за то, что у него лицо трактирщика, но в этом тоже аргумент содержится. Знаете какой? Потому что Шопенгауэр верил в физиогномику. У Гегеля лицо как у трактирщика. Следовательно, физиогномически он, ну, вылитый трактирщик. Значит, человек с умом трактирщика. Представляете себе философию человека с умом трактирщика, да? В этом и заключался аргумент Шопенгауэра. Аргумент Ницше восходит к родословной. Какой-то там каменщик, отец Сократа, какой-то каменщик, жалкий каменщик, который из камня что-то выдалбливал, да, с одной стороны, а с другой стороны, ну, как-то акушерка вроде бы, ну, короче, роды, которые принимает мать у Сократа, да, женщина, которая принимала роды. Что-то не очень благородно, Сократ, вы какой-то низкий муж, на мой взгляд, да? Ну, по Ницше, собственно, это тоже одна из линий критики Сократа, и Ницше делает на это большой упор, и для него это фундаментально важно. Вот что стоит заметить, да? Хорошее, сильное, здоровое – это синонимы для Ницше. Мы уже видели, да, выше хорошее, сильное и здоровое – это, в общем-то, вот одно и то же. Как и плохое, слабое, упадочное. Плохое, слабое, упадочное, с другой стороны, это тоже вот синонимы. Три синонима, так условно скажем. Соответственно, хорошее, сильное, здоровое. И хорошее в том смысле, что благородное. Хорошее. Нехорошее – это не совершать добро по-христиански. Как раз вот христианское – это упадочное, слабое. И, соответственно, из этого следует плохое по Ницше. Что очень тоже важно понимать и правильно разделять. Вот. Уже в «Рождении трагедии» мы наблюдаем раскол этических взглядов Аполлона и Диониса, который в итоге преобразовался в фундаментальный базис для пересмотра ценностей в человеческой морали. Представляете себе? А Ницше начинал с того, что он написал околоэстетическую работу про трагедию, но потом принцип, который он изложил в рамках вот этого вот дионисийского начала, он разросся, и он стал сильнее. Ницше начал показывать, что благородное – это как раз хаотическое, это как раз здоровое, это как раз сильное, это как раз связанное с жизнью, это как раз наполненное жизнью непосредственно. И наоборот, все вот эти вот системы, логические построения, вот эти вот все мечты о запредельном познании, об истине в том числе – это все упадочное. Этому всему дано, так или иначе, в итоге, ну, это должно, наверное, погибнуть. Это слабое, это нездоровое, это декаденс. Притом, в принципе, Ницше указывает на то, что, ну, в греческой культуре имелись как с одной стороны аполлонийские начала, да, и с другой стороны дионисийское. Оба и находились они более-менее в равновесии, хотя потом аполлонийское начало превалировать над дионисийским, и в итоге мы получили то, что у нас вот
находится вот здесь. В нашей современности преобладает аполлонийское начало. Ну, по крайней мере, в конце 19 века оно вот прям доминировало, безусловно. После того, как Ницше сыграл свою роль в истории становления философии, мы уже можем, наверное, говорить о возвращении дионисийского начала в виде постмодернистической философии и всевозможных авторов и писателей, которые эту самую дионисийскую философию, условно говоря, продвигают. Вот мы и переходим к одной из самых важных тем о философии Ницше. Это про Заратустру. Это про Заратустру. Вот. И Заратустра, глава называется «Так говорил Фридрих Ницше». Так говорил Фридрих Ницше. 1883 год написана книга. Но книга-то называется «Так говорил Заратустра». И кто же такой сверхчеловек, собственно? Здравствуйте, друзья! Давайте разберемся, что такое сверхчеловек. «Я учу вас о сверхчеловеке», — писал Фридрих Ницше, да. «Человек есть нечто, что должно превзойти. Что сделали вы, чтобы превзойти его? Все существа до сих пор создавали что-нибудь выше себя. А вы хотите быть отливом этой великой волны и скорее вернуться к состоянию зверя, чем превзойти человека». Поехали. В книге «Так говорил Заратустра» ярче всего поднимается проблема сверхчеловека. Если в прошлых работах Ницше речь шла скорее о морали, в тексте «Утренняя заря», низости человека, человеческое, слишком человеческое, свободных умах и рационализме в текстах «Веселая наука», «Рождение трагедии», да и человеческое, слишком человеческое тоже сюда можно добавить, то в работе «Так говорил Заратустра» мы сталкиваемся с полноценным изложением концепции сверхчеловека. Не странно, да, интересно. Сверхчеловек тесно связан с дионисийским началом. Смотрите, пишет Ницше, я учу вас о сверхчеловеке. Он это молния, он это безумие. Да, человек оказывается путем, который должно превзойти. Пройти, да. Человек — это канат, натянутый между животным и сверхчеловеком, пишет Ницше. Канат над пропастью. Соответственно, Ницше видит своей целью направить человека на преодоление человеческого, слишком человеческого. Опять же, отсылка на текст «Человеческое, слишком человеческое». Тоже важно это как бы улавливать, да? Если по-человечески и человеком понимается низкое, смертное, жалкое, тривиальное, то человек, то сверхчеловек служит его полной противоположностью. Во-первых, следует отметить, что сверхчеловек – это антихристианин. Христианин со своими моральными ценностями, пестующий страдания и верящий в вечную жизнь, которая будет наградой за его прижизненное ничтожество – это антисверхчеловек. По Ницше. По Ницше, не по Шадову, по Ницше. Делаем акцент на то, что это мысли Ницше, да? Христианин – это тот, кто верит. Это тот, кто смиряется с миром, подчиняется ему и творит добро по образу христианства, Христа непосредственно, да? Он все еще слишком мал. Во-вторых, сверхчеловек – это не аскет. Цитируем Ницше. «Я не следую вашим путем, вы презирающие тело. Для меня вы не мост, ведущий к сверхчеловеку». Очень важное дополнение для того, чтобы понять, что такое сверхчеловек. Сверхчеловек в том числе пестует свое тело. Христианство, например, это антителесная концепция, ну то есть мы против тела. Есть тело и душа, и мы против тела. Мы не любим тело, мы ненавидим наше тело, да? Наше тело – это то, что нужно преодолеть, говорит, в общем-то, ну, христианство. Преодолеть тело нужно. Нужно от тела как бы, ну, не избавиться, но его нужно подвергать страданиям, им нужно жертвовать. Ему не нужно давать того, что оно просит. Ни в коем случае. И все смертные грехи, чревоугодие, не знаю, сладострастие, да даже гнев, который, в принципе, вот тоже, ну, базируется на наших инстинктах, вроде бы, да, на нашем телесном чем-то, на наших гормонах, условно скажем, это тоже по христианству, это то, что нужно превзойти особо. И получается, христианство стремится к тому, чтобы ради души, превозмочь свое тело. Это антителесная концепция. С другой стороны, есть огромное количество нехристианских аскетов, которые тоже выступают против своего тела, и они тоже ограничивают себя всеми возможными способами только лишь ради того, чтобы достигнуть тех или иных духовных благ. По Ницше они выступают против жизни,
Они презирают свое тело, они выступают против физиологии, они делают свою жизнь значительно хуже, значительно примитивнее делают свою жизнь, усложняют ее для себя, увеличивают количество страданий и, по сути, ничего не достигают. А в-третьих, сверхчеловек – это существо, которое воплощает в себе силу, волю к власти. То есть еще один концепт Ницше, который мы будем разбирать позднее. Но с волей к власти мы разберемся, но вот сверхчеловек – это, по сути, кульминация воли к власти. Александра, как со Славом дело обстоит? Да то же самое. Ну, то есть, я не думаю, что это иного рода критика. Просто проблема заключается в том, что для Ницше особое внимание привлекали две религии. Это прежде всего христианство и, с другой стороны, буддизм. К буддизму он относится немного лучше, чем к христианству, но буддизм это тоже, знаете, религия огромного количества самоограничений. Не. Для Ницше не. Буддизм все равно не, но он лучше к нему относится, чем к христианству. Так, в-четвертых. Сверхчеловек – это существо с жизнеутверждающими, здоровыми моральными ценностями, отличными от упаднических ценностей христианства. Сверхчеловек в сущности своей – это бунт против Сократа, Платона и всей христианской культуры. Также сверхчеловек – это не буддийский идеал архата, ибо буддисты в его достижениях свойственно отказываться от всякой силы и власти. Буддист приходит к покою, усмирению воли, испепелению всех желаний и привязанностей. В некотором смысле сверхчеловек оказывается противоположностью этого буддийского идеала, ибо воли к власти в сверхчеловеке предостаточно. Из этого следуют и великие привязанности, которые превосходят все человеческие. Представляете себе, насколько Ницше в этом смысле оказывается интересным персонажем? Насколько он противоположен? Буддийский человек – это не человек. Человек без качеств, чистый лист. То есть это табула раса, известная, например, вот из текстов знаменитого Лока, да, это табула раса, просто вот очисться, убери из себя все, никаких ценностей, никаких привязанностей. Ницшеанский сверхчеловек – это именно преодоление, возвеличивание, увеличение человека, укрепление его, оздоровление. Ницшеанский сверхчеловек – это не табула раса. Сравнение ницшеанского человека и архата, когда проводится, но проводится оно людьми, не разбирающимися в философии Ницше, по сути своей. А сверхчеловек – это реально человек с приставкой «сверх». А буддийский человек – это человек с приставкой «не». Это не человек. То есть, это убрать из себя все человеческое. Понимаете? Цель буддизма, буддиста – убрать из себя все, что связано с человеком. Все, что вам нравится, смерть, рождение, привязанности, любовь, там, не знаю, ощущения, все убираем, 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 не будет лишним, убираем вообще все, 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 ничего не оставляем, получился Будда. Ницшеанский сверхчеловек – это великий сумматор, так скажем. Это существо, которое суммирует, увеличивает, умножает, придумывает призраков в том числе. Помните вот ту цитату, о которой мы говорили выше, согласно тексту «Человеческое, сверхчеловеческое», где свободные умы были придуманы Ницше? Сверхчеловек – это творческое существо, соответственно. Это существо, у которого есть творческое начало. И в этом творческом начале сверхчеловек создает колоссальное количество того, что Штирнер называл призраками. И этими великими призраками сверхчеловек живет. Вот. Интересно, за эти призраки он может даже и умирает, соответственно. Это человек, чья жизнь, в общем-то, посвящена созданию призраков. Это может быть даже, знаете, отсылка на античных мыслителей до сократиков. Потому что их-то Ницше очень сильно уважал, если что. Кто ж такой сверхчеловек еще, да? В-пятых, сверхчеловек – это тот, кто сумел постигнуть философию забвения. Это тот, кто умеет отпускать то, что делает жизнь тяжелой, невыносимой. Это не историк, запоминающий все факты, это вечно забывающий то, что ему не нужно. И оттого парящий над землей, таранящий небесный купол и рыбачащий в горных высях. Если вот так красиво говорить с отсылками на самого Ницше, да? Таранящий небесный купол, рыбачащий на горных высях. Вот такая метафора непосредственно. Такс. Да, давайте обратим еще раз внимание. В отличие от эгоиста Ницше, сверхчеловек не просто не отказывается от человеческих призраков. Да.
Он создает свои, которые оказываются еще более призрачны, чем предыдущие, но в своей призрачности они превозмогают само человеческое. Эгоист — это тоже некое чистое «я», которое все же не отреклось от множества привязанностей. Эгоист в целом не обязан творить собственные моральные ценности и желания. Сверхчеловек — это превозмогание. Эгоист в своей мании истребления призраков противоположен сверхчеловеку, который с большим удовольствием и трепетом взращивает свои собственные призраки. Это две совершенно разные стратегии жизнеутверждающие антихристианской философии 19 века. Вот. Тут вопрос, что значит отпускать то, что тягостно? То, что вас тяготит с унадобой, то и отпускаете, то и забываете. Тяготит вас какая-нибудь, знаете, любовь тяжелая, тяжелые чувства любви тяготит вас, например, да? Она вам не нравится на самом деле. Она вам как бы, она делает вам хуже. Вы любите из христианских предпосылок, допустим. Люби, но страдай при этом, да. Любовь — это страдание, страдание — это любовь. Знаете, фильм «Любовь и смерть» есть Вуди Аллена. Вот там есть рассуждение такое длинное. Страдание, я люблю, там, следовательно, страдаю. Любовь — это страдание, а страдание — это любовь, там, ла-ла-ла-ла-ла, бла-бла-бла-бла-бла. Очень христианская тема. Для ниши нет, если вы страдаете от любви, все, до свидания, любовь. Уходи, я про тебя забыл. Там, где нельзя больше любить, там следует пройти мимо. Цитата Ницше, опять же, да. До свидания, в общем, любовь, все, отбрасываем любовь. Живем дальше. Александр Седых пишет: гениальный стёб над Толстым, ну и Достоевским в том числе. По-моему, текст, ой, не текст, по-моему, фильм «Любовь и смерть», он вообще гениальный. Ну, это лучший фильм Вуди Аллена, и, наверное, один из моих самых любимых во всем кинематографе. По крайней мере, лучшая комедия. По крайней мере, лучшая комедия, я реально от души смеялся. Кстати, Александр, в какой последовательности читать Ницше? Я вам скину вот эту лекцию, вот в такой последовательности лучше читать Ницше. Вот она, библиография Ницше по году выхода книг. Вот в такой последовательности лучше читать Ницше. Соответственно, такс. Возвращаемся к основной теме. Вот мы только что узнали, познали, что такое сверхчеловек. Но для нас важен еще один аспект. Что с моралью этого сверхчеловека? Что вообще с моралью у Ницше? Ведь очень важная тема, да? Мораль у Ницше. Пишет: обязательно читать «Казус Вагнера»? Можно не читать. Если вам не интересна музыка, можно не читать, но это не очень большой текст, то есть вас не сильно отяготит прочтение его. По ту сторону морали. Вот так я назвал эту главу. 1886 год. На самом деле отсылка на «По ту сторону добра и зла», да? И цитата Ницше сразу. «С человеком происходит то же, что и с деревом. Чем больше стремится он вверх к свету, тем глубже впитываются корни его в землю, вниз, в мрак и глубину, ко злу». То есть, соответственно, сверхчеловек одинаково совершенствует себя как и в темном, так скажем, искусстве, так и в светлом, соответственно, искусстве. Чем выше он, чем мощнее, тем сильнее его, в общем-то, величие, красота и, в общем-то, ну, вот все его качества позитивные, тем глубже его мрак, соответственно, тем более ужасающие вещи он может сделать. Тем более могут оказаться еще и темные его мысли, соответственно, одновременно. Одновременно, чем более величественны те добрые дела и те добрые мысли, которые он может произвести, тем и величественнее то зло и те как бы негативные мысли, которые он может произвести. Это как бы взаимодополняющие друг друга вещи. Так вот, свою книгу «По ту сторону добра и зла» Ницше начинает с критики философии, направленной на истину. Вот это, кстати, теория познания во многом. Истина не единственная идея, с которой могут работать философы. Из их разоблачений Ницше приводит для того, чтобы создать новых философов, опирающихся на воображение, настойчивость, оригинальность и новые ценности. Ницше говорит, что все старые философии базировались на моральном, в плохом смысле сознания, а потому необходимо выйти за пределы этого морального сознания, покинуть границы разделения на добро и зло, которое, к слову, самим Ницше ранее разделялось, но только в несколько другом смысле, нежели это принято в христианском обществе.
Ницше опровергает саму гуманность, гуманизм, человеколюбие. Ницше оправдывает ложь, ибо ложь является правом сильного перед слабым, а слабые хотят, чтобы их мысли были видны всем остальным, и чтобы им самим были видны мысли всех остальных. Представляете себе, какое эгоистичное желание от вот этих вот маленьких людей по Ницше-то, да? Они хотят знать то, что вы думаете, поэтому вы должны говорить им правду. Ницше не разделяет такую позицию, ему не нравится такая расстановка приоритетов. Для Ницше кажется такая расстановка приоритетов в корне неправильной, в корне неверной. Вот. Так. Благородный человек имеет полное право скрывать свои мысли и обманывать. Ницше в разных своих работах выступает против единства, равенства, братства, против любого социализма, против толпы, против массы. Аристократия духа философию Ницше бьет через край. Это философия сильного. Мораль Ницше – это мораль разломанных скрижалей. Посмотри на добрых и праведных. Кого ненавидят они больше всего? Того, кто разбивает их скрижали ценностей. Разрушителя, преступника. Но это и есть созидающий. Посмотри на правоверных. Кого ненавидят они больше всего? Того, кто разбивает их скрижали ценности, разрушителя, преступника. Но это и есть созидающий. Спутников ищет созидающий, а не трупов. А также не стад и не верующих. Созидающих так же, как он, ищет созидающий. Тех, кто пишет новые ценности на новых скрижалях. Вообще, понимаете, почему Ницше не мог дать точные моральные ценности для сверхчеловека? Давайте подумаем, почему у сверхчеловека нигде не прописано, как точно он должен себя вести. Как точно, какая точно мораль у него должна присутствовать. Знаете почему? Потому что он разбивает скрижали и создает новые. Если он создаст новые, ну то есть смотрите, если он просто отринет одни скрижали и примет другие, он все еще не будет сверхчеловеком. Если он возьмет у Ницше эти скрижали, он все еще не будет сверхчеловеком. Пока он не сможет создавать сам свои скрижали, он не будет сверхчеловеком. В этом и принципиальная разница. Поэтому Ницше не мог точно дать свод тех правил, которым должен следовать вот этот самый сверхчеловек. Потому что главное, единственное правило – разрушь скрижали и создай новые. Это и есть, по сути, этика Ницше. Вот. Ницше не склоняется к абсолютному скептицизму, это уж точно, но он пока как минимум может быть представителем той философии, которая обходит истину. То есть это философ вне истины, условно говоря. Вот. Интересный тоже момент, подобно софистам, например, подобно каким-нибудь агностикам и некоторым другим философам, Ницше один из тех, кто оказывается философом вне дискурса истины. Иван пишет: а если все существующие своды правил скрижали уже были кем-то созданы до сверхчеловека, какая разница? Тем более, в смысле, создать все возможные своды правил, по-моему, невозможно. То есть количество вариаций возможных моральных и неморальных действий, если уж и не бесконечно, то как минимум не ограничено. Ну, как бы стремиться к некоторому, в общем-то, к бесконечности. Стремиться к бесконечности, как минимум, это точно. То есть, вплоть до того, что в качестве морального мы можем, знаете, не знаю, здороваться вот так, загибая палец. Или вот этот палец, или вот этот палец. Мы можем как угодно здороваться, там, махать вот так вот. Или не махать, пожимать руку, обязательно вот так пальцем делать. Если мы вот так не поздороваемся с человеком, это будет аморально, допустим. Моральные суждения вообще могут носить абсолютно любой характер, абсолютно любое действие может считаться моральным, аморальным или нейтральным в зависимости от культуры, в зависимости от того, что происходит. И этих моральных, аморальных и прочих действий настолько огромное количество, что мы не можем учесть все возможные моральные, аморальные и там другие действия в рамках наших юридических сводов. То есть, понимаете, все настолько плохо, все настолько сложно и настолько неоднозначно, что даже юридические своды, огромные-огромные книжки, не могут учесть всю совокупность ситуаций, которые могут происходить в мире. Соответственно, на мой взгляд, как минимум, вот потенциальных возможных скрижалей, условно говоря, условных сводов правил, может быть, ну, очень много. Вот прям настолько много, что даже если мы наберем несколько квадриллионов сверхлюдей, у каждого из которых будет, соответственно, оригинальный свод правил, они все будут разные, в общем-то, скорее всего.
Вот такая вот проблема. Вот такая вот проблема возникает. Но именно по Ницше главная черта условного вот этого сверхчеловека, это и есть главная его мораль. Это и есть главная мораль. Разрушай скрижали и создавай новые. Будь созидающим, создавай новые скрижали. Это и есть, условно говоря, этика Ницше. Это, условно говоря, и есть этика того, кого мы называем сверхчеловеком. Это творящий. По сути своей, это творящий. Человек, творящий вообще все, включая моральные ценности. Вот. Теперь давайте немножко разберем понятие рессентимента. Что такое рессентимент? Вот эту часть статьи я, кстати, копировал про рессентимент. Я здесь тоже не специалист. Мне тема рессентимента всегда была мало интересна. Ну, я на всякий случай просто упоминаю, что вот этот текст точно не принадлежит мне. Так вот, это чувство враждебности к тому, что субъект считает причиной своих неудач, врага. Бессильная зависть, тягостное осознание тщетности попыток повысить свой статус в жизни или обществе. Чувство слабости или неполноценности, а также зависти по отношению к врагу приводит к формированию системы ценностей, которая отрицает систему ценностей врага. Субъект создает образ врага, чтобы избавиться от чувства вины за собственные неудачи. Чувство рессентимента может также сформироваться в результате фрустрированного итога собственных действий при невозможности реализовать вовне свой внутренний мотив. В таком случае внутренний аффект эффект за неимением выхода перенаправляется на самого себя. Ницше анализирует эту проблему в контексте сравнения столкновения различных типов сил, при которых низшие реактивные рабские противостоят активным и стремятся их извратить, уничтожить, обесценить и направить на самих себя. Посредством тех или иных фикций это не есть суть отличия реактивных сил от активных. Речь идет об обращении и неспровержении активных сил реактивными, соответственно, да? Понятие рессентимента впервые было введено немецким философом Фридрихом Ницше в его работе «Генеалогия морали». По мысли этого философа, рессентимент является определяющей характеристикой морали рабов, которая противопостоит морали господ. Рессентимент по Ницше деятельно проявляет себя в восстании рабов. Восстание рабов в морали начинается с того, что рессентимент сам становится творческим и порождает ценности. Этими словами, собственно, и вводится понятие рессентимента. Вот, движемся дальше. Нас ждет одна из не самых, по-моему, сильных работ Фридриха Ницше – «Антихрист». Данную главу я назвал «Антихристианин». Книжка «Антихрист» написана в 1888 году. И в данном случае я приведу цитату не из «Антихриста», потому что мне там ничего почти не нравится по цитатам. Мне больше всего нравится в данном случае «Заратустра», да, из «Заратустры» цитата. «Бог умер, Бог не воскреснет». И мы его убили. Как утешимся мы, убийцы из убийц? Самое святое, самое могущественное существо, какое только было в мире, истекло кровью под нашими ножами. Кто смоет с нас эту кровь? В работе «Антихрист», как и во многих других, Ницше обращает свой взор на критику христианства. Он критикует христианство по праву сильного, потому что это самая мощная система, которая противоречит его взглядам. Война Ницше и христиан, по его же словам, обусловлена популярностью христианства. Ницше является глубинным критиком христианства, который пытается познать саму его сущность, задает интересные вопросы и предлагает нетривиальные решения проблем. Борьба Ницше с христианством также во многом обусловлена тем, что... его этические позиции радикально противоречат христианским идеалам. Об этом вы могли уже узнать ранее. Критика христианства – важный проект в рамках философии Ницше, ибо она проистекает из всей его системы, в том числе. Приветствую, Дарья, приветствую всех остальных. Вот. Соответственно, да. То, что Ницше критикует христианство, в принципе, довольно тоже закономерно и вытекает из всего его учения. Ну, по крайней мере, это очень легко заметить. И Ницше практически во всех книгах считает для себя, ну, чуть ли не долгом упомянуть о том, почему христианство, в общем-то, плохо. Чем оно, в общем-то, нам вредит, соответственно.
Но при этом ницшанские объяснения, они не смотрятся как какое-то, какие-то глупые, в общем-то, постулирование тех или иных аспектов, вроде бы, да, христианства поверхностных, типа, о, смотрите, смотрите, поп изнасиловал ребенка, бедный ребенок, ужасное христианство. Нет, Ницше в этом смысле действует куда глубже, куда более основательно. Ницше пытается, как бы, поставить с одной стороны себя на место христианина, а с другой стороны переиначить себя, вот, переиначить вот эту вот позицию христианства, показать ее как слабую некую. Понимаете, у Ницше христианин — это человек, по сути, духовно слабый. Это человек, у которого вот эта вот религия, она забирает силу, энергию и творчество в том числе забирает. И, соответственно, здесь все довольно интересно. Цунада спрашивает: Александр, скажите, пожалуйста, как Фридрих относился к Востоку и к влиянию христианства на него? Довольно интересный вопрос. Ницше довольно неоднозначно относился к Востоку. Ну, если мы возьмем вообще его учителя Шопенгауэра, Шопенгауэр вообще обожал буддизм, например, да? Ницше буддизм критикует. Философия Ницше, она не похожа на ни на одну восточную философию по большей части. То есть, соответственно, Ницше, скорее всего, мог бы и порвать все это, ну, порвать свои отношения непосредственно с любой восточной философией по большей части. Ну, потому что многие восточные философии, они как раз непосредственно базируются на том или ином роде аскезы. Сильной или слабой, но все же аскезы, против которой Ницше скорее выступает, чем за нее ратует. То есть, опять же, аскеза, ну, ослабляет вас физиологически, делает вас слабее, делает вашу волю к власти слабее, вы, в общем-то, меньше хотите властвовать, вы гасите все свои жизненные порывы, и это вас ослабляет. Да, я про буддизм сейчас Цунады и отвечаю в данном случае. То есть, понимаете, в чем дело? На самом деле, я считаю, если бы Ницше как философ появился где-нибудь на Востоке, в Китае каком-нибудь, тогда бы ему пришлось критиковать непосредственно буддизм. А буддизм — это антиволя к жизни. Просто опять же напоминаю, что Шопенгауэр, товарищ Шопенгауэр, великий Шопенгауэр, да, тот самый, со своей волей знаменитой, он как раз стремился к тому, чтобы волю погасить. Погасить волю. Представляете себе, погасить волю? У Ницше противоположная стратегия. Волю гасить не надо, воля — это жизнь. Чем больше воли, тем лучше. Больше и больше и больше и больше воли нужно. Шопенгауэр вслед за буддистами и многими индуистами, да, прежде всего за представителями... Адвайта Веданты. Вслед за представителями Адвайта Веданты, да, соответственно, Шопенгауэр пытается нам сказать: уменьшайте свою волю. В общем-то, будьте в меньшей степени людьми, соответственно. Убирайте из себя человеческое. Вот. Вот. Шопенгауэр здесь останавливается. Ницше ему полностью противоречит. И, соответственно, да, вся критика Ницше против Шопенгауэра может быть с легкостью перенесена на буддизм, индуизм, даосизм и многое-многое другое. Относительно конфуцианства. Как бы Ницше мог отнестись к конфуцианству? Скорее всего, отрицательно, потому что ницшанская, в общем-то, философия конфуцианству противоречит. Конфуцианство, ну, оно очень похоже на христианство по некоторым этическим предпосылкам. Но есть разделение на благородного мужа и чмошника, в общем-то. Низкого мужа есть благородный, есть низкий муж. Благородный и низкий муж, да, соответственно. В некотором роде ницшанское деление. В некотором роде все-таки очень, очень похожее, по крайней мере, на это. Но в Китае под благородным мужем скорее понимался не сверхчеловек, соответственно, а наоборот человек более-менее такой вот... вот такой вот, знаете, ну вот... почти христианин, который ценит, любит людей, да, опять же, человеколюбие, гуманизм, как ни странно. То есть, как ни странно, в конфуцианской модели нашлось место, условно говоря, человеколюбию. Представляете себе? Представляете себе, человеколюбие, какой ужас, да? Тут, кстати, тут еще один комментарий интересный про Ницше от Александра Седых. В фильме «Маленькая мисс Счастье» один герой-подросток начитался Ницше и практиковал полное молчание. Авторы фильма неправильно прочитали Ницше.
Это же похоже на аскезу. Но если это ему физиологически вредит, значит это не по Ницше. То есть, опять же, если вы непосредственно портите свою жизнь так или иначе. Такс. Вот. Если вы так или иначе делаете свою жизнь хуже ради своих воззрений, что-то здесь уже не так, надо об этом уже думать. Вы, значит, составили свой моральный свод правил не для себя, то есть вы разрушили... Ну, короче, что-то не то происходит. Хотя, может быть, ему молчание не вредит. Соответственно, может быть, и не вредит. Тут как надо... Тут надо подумать, в общем, в контексте усматривать, непонятно. Цунада спрашивает, христианство, как и буддизм, гасит волю к жизни. Шопенгауэр жил в Европе и должен был ощутить на себе влияние христианства, но он выбрал буддизм. Почему? Ну, кто-то должен был выбрать буддизм. Ну, Шопенгауэр просто этим известен, то, что он буддизм, буддийские тексты читал, в общем-то, тексты Шанкары читал непосредственно, да, тоже. И также тексты Упанишады у него тоже были, он их тоже, соответственно, читал. Кто-то должен быть первым в данном случае, и это был Шопенгауэр. Влияние христианства на Шопенгауэре проявляется скорее через его любовь к Канту, ну, опять же, к христианской культуре. Кант довольно христианский мыслитель, несмотря на... Все его якобы величие, Кант очень христианский мыслитель в этом смысле. Ну, то есть, понимаете, в чем дело? Шопенгауэр является своеобразным связующим звеном между восточной, с одной стороны, философией, а с другой стороны, философией европейской типа Канта. И христианство там тоже имеет место, потому что пессимизм Шопенгауэра, скорее всего, растет на базе христианства. Просто понимаете, в чем дело? Так получается, когда мы принимаем этику христианства с одной стороны, да? Когда мы принимаем с одной стороны этику христианства, но с другой стороны отрицаем христианского бога. То есть мы приняли страдания, приняли боль, мы должны любить ради страданий, мы должны страдать, мы должны собой жертвовать, мы должны совершать добро и при этом страдать, все больше и больше страдать, страдать и страдать, жертвовать, быть не эгоистами, ни в коем случае, эгоисты плохо, гедонисты плохо, не наслаждайся, в общем, страдай, собой жертвуй, да, а Бога нет при этом. Многие люди на базе вот такого вот резкого, в общем-то, спора, оспаривания существования Бога, они просто ушли в пессимизм. Просто реально радикальный такой философский пессимизм наблюдается у многих атеистов и представителей разных иррациональных течений, просто потому что, ну, господи, вы представьте себе систему, в которой люди постоянно везде жертвуют своими интересами, страдают, им всегда плохо, им всегда нехорошо, по большей части, да, и у них есть единственное утешение, что есть Бог, что есть рай, что есть душа, и душа отправится в рай, и там будет хорошо, там будет замечательно, там будет круто, да? А нет всего этого, и неожиданно всего этого нет. Представьте, да, себе вот такую фрустрацию, в которую попадает любой интеллектуал, который опроверг Бога. Ну, как ему кажется, опроверг Бога, да, который не верит в Бога, как минимум. Ох... Ох, то есть, понимаете, насколько обусловлен вообще вот этот вот пессимизм европейский, ведь в нем он действительно, ну, он имеет место во многом благодаря этому, и у Ницше, кстати, есть некоторые черты даже христианского пессимизма в этом смысле. Она есть. Такс, движемся дальше. Ницше, как молот, разбивающий идолы философов. Давайте следующую главу попробуем описать. Помимо критики теории познания и самого немецкого народа, мы нередко сталкиваемся в работах Ницше с разгромом предшествующей ему философской традиции. Ницше хорошо относился к досократикам. В особенности Гераклиту, от которого унаследовал теорию вечного возвращения, о которой мы почти ничего сегодня не говорили, да? В книге «Сумерки идолов» Ницше критикует Сократа и Платона. В сущности, их философия легла в основание грядущего христианства, абсолютно противоестественного по Ницше. Фридрих обвиняет Сократа в декаденстве, в отказе от творческой смелости и в некоторой степени даже... от сверхчеловечности до сократиков. Сократ являет нам то самое человеческое во всей своей красе, отражая при этом и аполлонийскую философию, и слабость. Сократ направил человека против своих инстинктов. Так считал Ницше. Критика Ницше нередко направляется против других философов, прежде всего речь идет о деятелях эпохи
просвещения. Канте, Гегеле, Марксе, в том числе, ну не в том числе, но прибавляем к деятелям эпохи просвещения Канта, Гегеля, Маркса и многих-многих-многих других популярных героев европейского философского пантеона. Ницше безжалостно и порой неосторожно проходится по философским идолам, думая, что разбивает их вдребезги, порой не замечая того, что он не понял тех или иных аспектов их учений. Впрочем, это не так уж и важно, потому что один человек не может в совершенстве разобраться во всем и, соответственно, всех раскрыть. Здесь все тоже довольно просто. Критика Ницше не всегда удачная, критика Ницше не всегда успешная, критика Ницше не всегда базируется на тотальном понимании того, что он критикует. Но это нормально. К сожалению, это нормально. Нет у нас, знаете, абсолютных людей, которые разбираются во всех концепциях. Более того, которые обязаны разбираться во всех концепциях. Вот, соответственно. Вот, бедняги, короче, они такие, да? И, ну, они могут, соответственно, предъявить, да, Ницше за то, что он такой плохой. А где Ницше критикует социалистов в «Сумерках идолов»? У него нет конкретного текста с критикой социалистов, насколько я помню, но спорадически в разных сборниках афоризмов Ницше, безусловно, критикует социалистов, Маркса, марксистов, Энгельса, и упоминания, в общем, их имен, они присутствуют в его текстах. Да. Ну, то есть, фактически, Ницше ни разу не опровергал. Нет ни одного текста, который был бы просто посвящен все. Ницше уничтожает социализм. Но в некоторых афоризмах встречается критика на протяжении, ну, большей части его творчества. Ну и вот последняя большая тема, последний большой раздел, который мы должны сегодня рассмотреть. Воля к власти. Точка. Тема называется «Воля к власти. Великий Рейх Ницше. Гитлер как духовный сын Ницше. 1901 год». Дата издания книжки «Воля к власти». «Везде, где находил я живое, находил я и к волю». И «Волю к власти», писал Ницше, да? «Везде, где находил я живое, находил я и волю к власти». Ну, название, оно шуточное, оно определенно шуточное. Ни в коем случае воспринимать Ницше как, не знаю, как Гитлера, как духовного сына Ницше, на мой взгляд, невозможно. Ну да ладно, поехали. Понятие «воля к власти» впервые появляется в работе «Так говорил Заратустра» и встречается во многих его текстах. Книга «Воля к власти» представляет собой совокупность компилированных черновых фрагментов, написанных Ницше. С данным трудом можно обнаружить множество сложностей. Некоторые считают данную работу полностью поддельной, но доподлинно это неверное мнение. Очевидно, что данный труд написан либо самим Ницше, ну, то есть, опять же, черновики Ницше, они, ну, написаны и вроде бы доказано более-менее, что это действительно все высказывания, которые находятся в данном тексте, принадлежат Ницше, по большей части, да? Либо тем, кто очень хорошо знал его философию и мог подражать его стилю, как минимум, видите, ну, тут такое. Сомнение вызывает только группировка афоризмов по темам. Было подтверждено, что отдельные афоризмы так или иначе были взяты из черновиков, и, следовательно, разговоры о полной фальсификации этого произведения, ну, они преувеличены. Соответственно, мы встречаем в книжке «Воля к власти» большую часть элементов философии Ницше. Ну, то есть, явно это написал либо Ницше, либо человек, его продолжающий, причем очень хорошо. Ну, то есть, здесь у нас нет особо сомнений в том, что именно по стилистике даже, что этот текст как-то скомпилирован и как-то неправильно. «Воля к власти» очень похожа на ницшанский текст. Безусловно. Безусловно, похоже. Есть некоторые, в общем-то, сложности, по которой связаны прежде всего с расположением афоризмов. Да, есть. Вполне возможно, некоторые афоризмы поддельные. Окей. Приняли на это на свой счет. Большая часть книги, большая часть сборников афоризмов, а лучше брать вообще просто черновые записи Ницше, которые тоже называются «Воля к власти», можно просто взять неизданные записи Ницше, и они тоже есть, и вы найдете много сходств, да? Так вот, давайте разберемся с тем, что такое «Воля к власти». Это самое интересное. «Воля к власти» интерпретируется Ницше как принцип всего существующего. Подтверждение своей мысли он ищет в любом доступном ему материале анализа: философии, религии, искусстве,
психологии, политики, естествознаний, вплоть до повседневного быта. Универсализация этого принципа повлекла за собой тотальную ревизию всего ценностного и значимого, в первую очередь религии, морали и философии. Разоблачаются здесь стремление к истине, познание, справедливость, добродетель, свобода, мир, покорность, терпимость, равенство, совесть, вера, чувство долга, любовь, идеалы всякого рода. Это все суть замаскированные виды воли к власти. Всюду, где воля к власти оказывается слабее застилающих ее иллюзий, жизнь и культура находятся в упадке. Универсальное выражение упадка – нигилизм, генеалогия которого занимает центральное место во всей философии, ну, этой воли к власти, этой самой книги. Ницше не считает себя нигилистом. Кстати, следует напомнить, что в первом разделе книжки «Воля к власти» Ницше опровергает, что он является нигилистом, он не верит в ничто, он не является поклонником ничто, соответственно, он не хочет привести всю систему к ничто, он, наоборот, мыслитель, который пытается создать таких вот сверхлюдей, которые базируют свою позицию на творческом принципе. Это люди, которые хотят творить. Это люди, которые не просто хотят, это люди, которые творят новые ценности, новые философии даже, можно сказать, проявляют свою волю к власти максимально. Нигилизм – нечто обратное. Ницше не видит себя нигилистом ни в коем случае. Ницше – это определенная противоположность нигилизму в этом смысле. Так вот. Человек переносит цели назначения своего существования вовне, в некую потусторонность, все равно религиозную, моральную или естественно-научную, и долгое время верит в гарантированный смысл собственной жизни и смерти. Когда же приходит наконец-то время не верить, а знать, он к ужасу своему опознает потустороннее как ничто. Кстати, относительно вот этого вот отрывка про волю к власти, это все как бы не я писал, но я буду дополнять. Но я уже дополнил значительную часть того, что было произнесено. Вот. Ницше ищет волю к власти даже в... Вот это я написал. Ницше ищет волю к власти даже в самой силе притяжения. Притяжение, то есть гравитация. Ницше видит в гравитации волю к власти. Почему предмет падает вниз на землю? Потому что воля к власти его тянет. Представляете себе, воля к власти. Вот вам описание того, как падают предметы. Воля к власти, на самом деле, онтологическая сила, которая управляет этим процессом. Он отыскивает ее в поведении бактерий и животных. Бактерии поедают друг друга тоже, соответственно, воля к власти. Животные поедают друг друга, воля к власти. Травоядные поедают растения, воля к власти. Растения впитывают влагу, воля к власти, соответственно, тоже, да? Единый базисный принцип. Ницше пронизывает этим принципом весь мир. Воля к власти венчает его систему, а также скрепляет ее и делает окончательно основательной. Именно благодаря воле к власти мы можем увидеть в Ницше полноценного философа, который занимался сразу многими областями философии и выводил одну область из другой. Проект Ницше оказывается невозможным считать абсолютно бессистемным. Тоже, соответственно, потому что все части его учения тесно связаны. Итог. Система Фридриха Ницше. Цитируется сам Ницше. «Я не доверяю всем систематикам и сторонюсь их. Воля к системе есть недостаток честности». Это писал сам Ницше про системы. Вот. Давайте вот рассмотрим, да, насколько Ницше системный философ. Многие скептически относятся к тому, что Ницше можно назвать системным философом, но, на мой взгляд, довольно глупо отрицать глубинную связь разных его концепций, которые сливаются друг с другом, переливаются друг в друга и, собственно, друг друга обозначают и расшифровывают. Идеи из ранних работ Ницше, таких как «Рождение трагедии», «О пользе и вреде истории для жизни», находят приют в последующих трудах и дополняют их. Основные же труды Ницше, которые, на мой взгляд, начинаются с работы «Человеческое слишком человеческое», явственно раскрывают одни и те же темы, а из книги в книгу автор лишь переносит акцент на ту или иную тематику, прорабатывая ее.
Так, переносит акцент ту или иную тематику, прорабатывая лучше и лучше, и давая более уместные словесные обозначения для своих концептов. В этом смысле Ницше чистейший системный философ, у которого есть довольно связанная философская позиция по разным вопросам, начиная от теории познания и заканчивая пресловутой этикой. Понять сверхчеловека невозможно без моральной теории Ницше, без разбиения всех скрижалей. Невозможно понять сверхчеловека и без понимания того, как Ницше относится к человеческому и человеку вообще. Для этого у нас есть текст «Человеческое слишком человеческое». И этика разбиения скрижали и антропология, то есть сверхчеловек и человек Ницше, не могут быть поняты без концепта воли к власти, потому что последний является сосредоточением, ядром всех философских воззрений Ницше. Философия Ницше носит строго антихристианский характер, что также отлично вписывается в систему его взглядов. Становление взглядов Ницше не строится на тотальных противоречиях. То есть, действительно, он в разных книгах порой действительно переосмысляет некоторые частные аспекты своей работы, но все же основная направленность его мысли остается целостной и в корне непротиворечивой. То есть все вот эти вот связки основных идей Ницше, которые мы перечислили, они не противоречат друг другу вообще. Они как бы часть одной системы взаимодополнения. Это большой такой многогранный кубик, который постепенно складывается, постепенно выкладывается нам, преподносится в философии Ницше. И в этом смысле оказывается, что ну вот Ницше действительно очень системный. Я считаю, что вопреки мнению самого Ницше о том, что систематики не до конца честны, я-то вынужден заключить, что у Ницше была вполне полноценная и связанная философская система, в которой имелось несколько разделов, которые очевидно воспроизводились в ряде его произведений и искусно дополняли друг друга. Вот. Лекция закончена, друзья. Теперь вопросы. Я прошу вопросы. Я вижу, тут генетический детерминист задал вопрос. Выходит, Рассел был прав, говоря про системность Ницше. Да, я думаю, по большей части, да. Понимаете, в чем можно как бы усомниться? Можно усомниться в том, что вот Ницше системный философ по образцу Гегеля, потому что у Гегеля мы прям видим систему. Цель работ Гегеля – изложить систему. У Ницше система вложена внутрь, как бы. Внутрь многих работ, разбитых на афоризмы. То есть, смотрите, работа Гегеля это такой стройная философская развертка, да, там вступление, там потом основная часть, потом кульминация и потом завершение, допустим, прям стройная работа. Как если с режиссюрой сравнивать, да, у Гегеля стройная система, она видна, у Ницше система не видна. На первый взгляд. Это как, не знаю, фильмы Тарантино. Она разбита на куски просто. Она разбита на куски, и она составляется непосредственно из маленьких кусочков, и мы составляем ее сами. В этом смысле, Ницше бессистемный философ. Потому что он писал о многом сразу, но... Кто сказал, что мы не можем объединить все взгляды философии Ницше воедино? Да легко. Они не противоречивы. По большей части, большая часть основных концептов Ницше не противоречива. Все нормально. Так, с Уцунадо был вопрос. А у самих падающих предметов есть воля? Да. А если она есть, то как их воля проявляется? Они падают. Они движутся, они падают. Вот, благодаря воле вот это произошло. Вот у меня вещь, и она упала. Благодаря воле, соответственно. Не благодаря какой-то силе притяжения, гравитации, шмавитации. Это воля, короче, работает. Воля пашет, короче. Какая у Ницше была позиция по женщинам, и почему он говорил, что им отведена вторая роль? Ну, может быть, он научился этому у Шопенгауэра. Генетический интерес спрашивает, воля у предметов или предметы у воли? Хороший вопрос, я здесь не отвечу. Но вопрос действительно хороший, непонятно, может быть, и предметы у воли. А сам Ницше считал себя сверхчеловеком, спрашивает, Цунадо скорее нет, чем да. Как он был, собственно, кем он был в собственной философской системе, по-моему, это не проговаривается. Хотя в определенном значении в тексте уже Эссе Хомо, давайте сейчас перейдем на страничку с текстами, она более показательна, наверное, чтобы с ней как-то работать, да? В тексте Эссе Хомо, вот он, там Ницше очень сильно себя перехваливает, рассказывает о том, что он опередил человечество на 3 века вперед, какой он там замечательный, классный, умный, и как ему удалось стать таким мудрым, потрясающим и крутым.
То есть, я не знаю, может быть, в эссе Homo он уже стал, условно говоря, как становится самим собой, да, видите, подзаголовок. Может быть, он уже стал самим собой, уже нашел в себе сверхчеловека полноценного. Неоднозначно, в общем-то, неоднозначно здесь все. Друзья, еще вопросы. У нас есть 3 минуты, я думаю. Может быть, и больше, если будет больше вопросов. Через 3 века все будет еще хуже. Он никого не опередил. Так понимаете, в чем проблема? Ницше, к сожалению, ошибся с предсказаниями на 3 века, потому что постмодернизм, по большей части, это ницшанский проект. Ой. Ой. Ой, кто бы мог подумать? Кто бы мог подумать, постмодернистическая философия — это ницшанский проект, это проект дионисийской философии, во-первых. Во-вторых, это проект разрушения непосредственно всех скрижалей, в том числе и познавательных скрижалей, теоретических, соответственно. И, если честно, если очень глубоко так попытаться посмотреть, у большинства постмодернистов, ну, не то чтобы есть что-то новое по сравнению с Ницше. В общем виде ницшанская философия, она предрекает постмодерн. Ницше оставил нам в наследство постмодернизм, короче, ребят. Если вы думаете, на что повлиял Ницше? Вот постмодерн. Взгляните на улицу, короче. Взгляните на улицу, взгляните там на Пелевина, взгляните там на Сорокина. Вот их он нам и подарил, соответственно. Много-много-много кого он нам подарил. Вот. Бодрияра там почитайте. Подарил тоже нам и Делёза, Дриду. Тоже он подарил, на самом деле, по большей части. Музопоклонник пишет: можно ли считать, что идея воли к власти была частично заимствована из теории естественного отбора Дарвина? У наиболее приспособленных видов было больше воли к власти и так далее. Нет, здесь нельзя так сказать, потому что, ну, относительно непосредственно сам... Так, вижу донат. Понял, сейчас. Сейчас прочитаем. Так вот. Относительно Дарвина, он критиковал дарвинизм, естественный отбор его, соответственно, не устраивал, но при этом Ницше не отрицал сами изменения всего живого. То есть он, в принципе, понимал, что всякая жизнь создавала после себя что-то новое. И, например, после обезьяны появился человек. Ницше тоже так считал, в принципе, что человек появился из, соответственно, некой обезьяны. Условно говоря, образно понятой обезьяны, да, соответственно. То есть Ницше не отрицал как таковую эволюцию, понятую как изменение, но при этом он указывал совершенно другой движущий принцип этих самых изменений. То есть не естественный отбор, естественный отбор смехотворен, ну, по сути, для Ницше. А воля к власти, она более метафизична в этом смысле, более что ли философична даже. Так, в смысле ницшанский проект, ведь Ницше, наоборот, к жизни стремится. Да, это и есть его проект. Как к Ницше относились современники? Да, неоднозначно, как и ко многим мыслителям. Ну, то есть, ну, Ницше-то большую часть своих дней провел в довольно печальных путешествиях по миру. Довольно грустно. Генетический дарвинист пишет, у Ницше своя теория эволюции. Да, у Ницше действительно, типа, своя теория эволюции, и дарвинистов он критиковал. Да. То есть, это и так и есть. Чё-то, мне кажется, Ницше был за новое, жизнеутверждающее, а не за того, какой модерн плохой. Правильно вам кажется, но в итоге все основные идеи Ницше, они как бы легли в основание постмодерна. Как ни странно. Вот то, что какой модерн плохой, это тоже уже, кстати, у Ницше есть. Ницше один из важнейших критиков модерна. Непосредственно, ну, условно того, что мы называем модерном. Все, что мы называем модерном, Ницше критиковал. Я бы даже сказал, что постмодернизм — это та самая обезьяна Заратустры из книжки «Так говорил Заратустра». То есть, по сути, постмодернизм, он подражает Ницше, он следует за Ницше. Если вы хотите узнать, на что повлиял Ницше, это постмодернизм, это вот вся наша эпоха современная, как она там называется, да, условно. Если вы ее действительно выделяете, ну, истоки всего вот этого лежат в Ницше. Значительная часть философии современности тоже, ну, находится на плечах Ницше, включая часть экзистенциализма, ну, Киркегор во многом на себя взял, многое взял на себя Киркегор, ну, и Ницше тоже отхватил большой кусок сюда же. Философия от жизни на Ницше лежит по большей части. Культурологи типа Шпенглера стоят на плечах Ницше непосредственно тоже. Ницше очень влиятельный мыслитель в этом смысле. Ницше очень влиятельный мыслитель, и, наверное, его превосходят только
Маркс и Гегель. Ну, вот из людей из более-менее такой вот сопоставимой с ним эпохи, Маркс и Гегель, они повлияли на философию 20 века очень тоже сильно. Невероятно сильно. Вот. И Ницше в этом смысле один из самых влиятельных мыслителей за всю историю человечества, да. Тем более для нашего современного мира, безусловно. Александр, кого хвалил Ницше, кроме досократиков типа Гераклита? Я тут всех не припомню на самом деле. Досократиков он хвалил практически всех, Гераклита очень сильно хвалил. Потом началась философия упадка. Да, в «Сумерках идолов» есть глава про досократиков и Гераклита, чем я обязан древним, именно, да, да, действительно. Вот, а вот она там точно есть. И, соответственно, ну, опять же, потом начинается упадок. После Сократа и Платона постепенно закрепляется упадок, упадочного становится все больше и больше и больше, и, соответственно, достойных людей становится все меньше, меньше и меньше. Вот. Такс. Еще какие-то вопросы по Ницше? Давайте попробуем еще доразобраться. Я, в принципе, не против. Меня, в принципе, хорошая, по-моему, лекция нормальная, общеобразовательная. Цунады зло. Такс, ну ладно, друзья, ну ладно. В таком случае, если сейчас вопросов не будет, Так, давайте не будем унижать Вольтер. Бедный Вольтер, да. Давайте не будем унижать, пока я не отключил запись лекции, давайте не будем унижать Вольтера такими плохими словами. Ладно, друзья, хорошо. В таком случае я заканчиваю лекционный материал. Спасибо вам большое за то, что вы меня слушали. Спасибо всем. Сейчас я скину конспект непосредственно ВКонтакте. Да, будет конспект сейчас. Буквально через несколько минут, вот через несколько секунд даже он сейчас там будет, друзья. Если что, ВКонтакте можно у меня эту штуку будет прочитать. Прочитать можно будет, так что знаете, где искать. Если что, лекция в текстовом виде, она держится ВКонтакте в группе Храм Осьминога Бесконечности. Все страждущие, все желающие могут исследовать мой конспектик. Вот. Конспект по лекции Ницше. Эссе Хома, кстати, в этом смысле, знаете, у эссе Хома есть определенная ценность. Это, в принципе, текст, который подводит итог всем работам Ницше. Вот. Поэтому в нем что-то все-таки здравое и целостное есть. Свободы для и свободы от. Можно еще попробовать рассказать о преимуществе свободы для и над свободой от. Если хочется. Да, у Ницше просто присутствует вообще такая вот, такое вот устремление к тому, чтобы жизнь имела некую, знаете, некий действительно, получается, свой собственный... Я читал ваш донат, прошу прощения. Да, я читал, я просто забыл про него пока что. Сейчас я открою. У Ницше система, в общем-то, ну, в его взглядах, да, я знаю, ребят. Сейчас, прошу прощения, я ищу фотографию Ницше. Да, меня сбили с мысли опять. 10 раз меня сбили с мысли, короче. Ладно. Все, закрываем непосредственно видосик и публикую лекцию, короче. Лекция издана. Лекция опубликована. Генетический детерминист я вижу. И тут у нас цитата еще одна есть. Вот. Так вот, давайте я отвечу на вопрос сначала, который был задан в чате, потом на донат отвечу. Немного такой странный порядок, но я просто уже начал отвечать на донат. Такс. Так вот. Свобода для и свобода от. Вообще у жизни есть, у Ницше есть такая позиция, что вообще-то жить надо для чего-то, и, а не от чего-то, условно говоря. Да, жизнь существует для чего-то, соответственно. Мы живем для того, чтобы сделать что-то там важное. Совершить какой-то важный поступок или ряд поступков. Когда ваша жизнь оказывается бессмысленной, лучше в тот же самый момент умереть, соответственно. У Ницше есть афоризм, который вот так и описывает. То есть умирать надо вовремя, в общем, по Ницше. Когда вы уже ничего не можете породить, значит уже можно и умирать, соответственно. Глупо жить после того, как вы сделали все, что могли, да, вот.
И вот эта мысль, она во многом лежит в основании разделения свободы для и от свободы от. Быть свободным от чего-то, ну, по Ницше это не так уж и круто на самом деле. Ну, свободны вы от, не знаю, заключения в тюрьме. Ну, свободны вы там от чего? А для чего? А для чего вас освободить? Для чего вы перестали быть рабом? Что полезного вы можете сделать? Что реально вы можете себе и другим, в общем-то, предложить? Если вы просто человек, который освободились от чего-то, но в вашей свободе нет никакого смысла, прошу прощения, вы зря освобождены. Вам бы в рабстве еще посидеть, на самом деле. Мы не одобряем рабство, на отвечая это мысли Ницше, если что. Если проще, если просто объяснять, то это вот так. И вот тут, кстати, была прислана цитата Ницше: «Мы уже недостаточно ценим себя, если рассказываем о себе. Наши подлинные переживания совершенно не болтливы. Они не смогли бы рассказать о себе, если бы хотели. Это происходит от того, что они лишены слова. Для чего у нас есть слова, с тем мы уже и покончили. Во всяком противоречии, во всяком говорении есть претензия. Речь, по-видимому, изобретена для среднего, посредственного, сообщаемого. Ею уже вульгаризируется говорящий из морали для глухонемых и других философов». Вот, вот что писал Ницше. Я, кстати, во многом солидарен даже с ним здесь. Все. Все, давайте закончим относительно лекции с Ницше. Я сейчас заканчиваю запись, друзья. Спасибо вам большое за вопросы, за комментарии. Остановимся.